Вообще я не хочу играть монстром. Но мне сейчас кидает именно монстра, я думаю, все-таки по-быстренькому за призрака отыграть. Бедность. Урон. Чутье. Скорость. Урон. Давайте тоже урон. Все на урон. Не знаю, получится или нет их порвать, потому что охотники на 20-х с плюсом уровнях, так сказать, они пожестче становятся. Во-первых, у всех появился реген. Вот. Они как минимум могут выбрать бонус на регенерацию здоровья. Это во-первых. Во-вторых, ну, скажем так, все набираются опыта. И если вы первым уровнем монстром рвете первых охотников просто как грелок, то дальше вам так делать не позволят. Я вижу свою мышку, я не знаю, видите ли вы ее. Так, у них эйп. Эйп, это не очень хорошо вообще. Неплохо получилось. Блин, меня бесит, потому что я мышку вижу. Охотники в данный момент могут идти в мою сторону, но... Да господи, почему я все пугаю? А, ну, арены они вообще не попали, так что могу спокойно уходить. Ну как спокойно. Надо будет свалить куда-нибудь подальше от них. Я уже один раз такой фокус проделал, не знаю, получится сейчас или нет. Пройду прямо через их базу. Блин, такой напряженный момент. Блин, это копия, пугает всех птиц. Что
что не очень хорошо вообще. Давайте будем рассчитывать тогда на нашу скорость, а не на скрытность. Так, я сейчас что, залагал, что ли, блин? Да, наверное, я лагаю. Блин, броню мне снесли. Ай-яй-яй, блин. У меня копия прокачана. Причем очень хорошо. Ах. Они меня видят, конечно же. Эйп у них красавчик, он умеет пользоваться своим самым пистолетом, поэтому они меня тупо видят. Ну, съели дротик. Попался. Так, я не знаю, кто у них там в хиле. Кто у них там хил? Если Кайра, то они в жопе. Ну, не то чтобы в жопе, она очень хороший хил. Так, мистер Хэм сдал свой артобстрел не пойми куда. Кайра сдохла. Я вам так скажу, если я докачаюсь до 3 уровня, то они уйдут в оборону и будут там сидеть. А в глухой обороне они мне, ой, как не нужны. Поэтому мне нужно, чтобы у них было больше страйков. Соответственно, я буду 2 уровнем их гонять по джунглям, мочить. И тогда только я пойду в атаку. Ну, это, конечно, долго будет, зато эффективно. Так, мне не нравится этот парень. Посмотрим, как ты, привидение, сможешь избавиться от этого. Черт, проклятие! Еще один страйк в команду соперника. Ну и плюс ко всему его арена провалилась. Ха-ха-ха.
Дротиком, говоришь, отметил. Кайра, конечно, умничка по хилу. Но вот это она не отхилит. Так, ну-ка, мистер Макака, иди сюда. Один есть. Хрен со своим артобстрелом опять, блин. Неплохо так сносит. Я могу эволюционировать, когда захочу, но пока не буду. Опа. Я смотрю, у нас скорость движения увеличивается на 35%. Попробую убить. Попался, сукин сын! Да, кто кому попался еще? Да, это будет наукой. Послушай, как ты привидение смог. Траппер убит. Копия. Не, ну это вообще, конечно, оверскилла было с моей стороны. Я пустил сверхновую, но при этом из нее сам ушел. Этого достаточно. Убитый медик. Копия. Броня. Парно мощный, жесткий. Сложно убить. Майк убита. Нужен медик. Отъедимся, он в стелсе. Я не знаю, где он. А, и вообще-то я знаю. Они как раз пришли. Господи, что такое? Быстрее, подыхай ты быстрее. У каждого по два страйка. Вот вам моя копия.
Так, развлеките с ней. Блин, почему я себя на карте не вижу? Что за баги? Может быть, не самое лучшее. Но все же. Неплохая такая катка получилась. Идиоты. Блин, мне так не нравится эйп, когда играешь за монстра. И сейчас вот у меня такое удовольствие над ним издеваться. Так, сейчас они пойдут в глухую оборону. По крайней мере, должны пойти. Мне их надо по-хорошему выцеплять. Один готов. Я его копией убил. Копия. Попался. Да ну нафиг. Что думаешь, пока ты в защите, я буду с тобой драться? Нет, не буду. Вроде и задел ее. Готово. Я не хотел играть монстром. Я не знаю, зачем меня оттуда кинули. Я хотел показать вам Кэббота. Так-то вот. Но на самом деле призраков должны нерфить, я считаю, потому что им может играть любой и тащить. Не на всех картах, конечно. Есть карты, которые для монстров просто ужасны.